Ребята, всем привет! Меня зовут Наталья, и я приветствую вас на канале ABC Cooking. Сегодня предлагаю приготовить очень простое и быстрое блюдо для нежданных гостей. Завитушки с сыром и колбасой. Блюдо очень вкусное, и его готовить очень просто. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Итак, нам нужно упаковку слоеного теста весом 450 грамм, тертый сыр, колбаса и кетчуп. Количество колбасы и сыра регулируем по своему вкусу. Итак, давайте приступим. Смазываем тесто кетчупом. Затем выкладываем колбасу. Как я уже говорила ранее, количество колбасы регулируйте по своему вкусу. Можно колбасу мелко нарезать, кому как нравится. И не докладываем до самого конца, чтобы наши завитушки было очень легко свернуть. Затем сверху посыпаем сыром. Распределяем сыр. И теперь аккуратненько сворачиваем. Стараемся свернуть как можно более плотнее. Эти завитушки можно готовить также без колбасы или можно приготовить с каким-то другим любым мясом. Теперь нарежем наш рулетик на куски. Примерно толщина каждого куска 2 сантиметра. И выкладываем все на противень, застеленный пекарской бумагой. Духовку я предварительно нагрела до 190 градусов. Будем выпекать примерно 20 минут до готовности. Ну вот, наши завитушки с сыром и колбасой готовы. Всем приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на ABC Cooking. Всем пока!